С 30 марта по 3 апреля в соответствии с распоряжением главы администрации городского округа Красногорск отделения МФЦ будут закрыты. 28 и 29 марта отделения МФЦ «Парк 2», «Твой дом», «Нахабино», «Ильинская» и «Путилково» работают по предварительной записи. Записаться на прием и задать вопросы о порядке получения услуг в электронном виде можно по телефону горячей линии, которая не прекратит работу и в выходные дни. Будьте внимательны, отделение МФЦ «Красный кит» не работает с 28 марта по 5 апреля.